Огненное шоу в Брюсюире или спокойный праздник по-китайски. Узнать новогодние традиции других стран можно, не выезжая из города. В Центральной библиотеке Рязани 22 января здесь открылась фотовыставка, которая так и называется «Новогодние традиции». Притом на снимках представлены города-побратимы Рязани. Прежде всего, мы в этой выставке говорим о традициях, которые в период новогодних праздников у нас продвигаются и в городах, представленных на фотографиях, и в наших, например, в Беларуси. И о чем мы говорим? Это кухня, это культура, это архитектура, это то, как люди празднуют эти новогодние праздники, и чем мы близки, чем мы похожи. Выставка разбита и тематически. Традиции праздника представлены Александрией, кухня на фотографиях Генуи, а архитектура преимущественно Китаем. Организовать удалось благодаря администрации Рязани. Попросили города-побратимы поделиться традициями праздника. Как итог, пришлось выбирать более чем из 100 фото те, которые попадут на выставку. И то выставка – это только часть большого проекта. Отрадно было получить такую реакцию. То есть 6 городов откликнулись. Не только выставка представлена, но вы можете увидеть на сайте администрации новогодние рецепты наших городов. То есть они активно делились рассказами о своих городах, о том, что происходит в предновогодье и в Рождество, как они празднуют. Александрийская традиция поджигать святочное полено, которое должно гореть до Нового года, или брюсюирский обычай хранить угольки из праздничного камина, о таких традициях можно узнать на этой выставке и посмотреть, как к празднику относятся в других странах, так отдалившихся от нас в период ограничительных мер. Человеческое общение – это самая большая роскошь. И вот сейчас, когда мы лишены воочию этого человеческого общения, вот такие возможности и такие встречи, как сегодняшняя выставка, помогают продолжать традиции, отношения, связывающие разные народы. Выставка «Новогодние традиции» будет работать до 1 февраля. После переместится в другой зал, где продлится еще месяц. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».